Екатерина. Екатерина, да. Мы идем на выставку, проходим через Екатерину. Вот посмотрите, какое у нее. Одно из произведений. Это одно из произведений Сальвадора Дали с беконом. Мы его потом в дальнейшем увидим. Спасибо, спасибо вам, спасибо Екатерина, вам за помощь. Самая красивая девушка наша. Благодарю, хорошего дня и приятного спасибо, просмотра. Спасибо. Сегодня мы пришли на выставку Сальвадор Дали. Предупреждаю сразу, мы пришли, как обычно, посетители просто посмотреть. Так что не ждите от нас обширного репортажа с комментарием. Поэтому приходите сами и посмотрите. Очередь большая, приходите пораньше, как мы пришли. И то видите, как много народу. Все, пока-пока. Трансформация. Видишь, изображение стремится к ней. Трансформация зеркального изображения. Посмотри, какая прелестная картина. Вы всех мне понравились.
что вас подвинуло прийти на эту выставку? Что все идут? Да нет, мы с классным руководителем решили всем классом как бы пойти. Да вы что? Да. Вопрос в том, что да, именитые художники, конечно да. же, все. А вы из школы, да? Да. Ну, в целом впечатление как у вас от выставки? Да, положительно. В принципе, понравилось. Да. Понравилось, да? Интересно, очень интересно. Ну, сюрреализм, он, видите, такой, ты на него смотришь. А мультфильм успели посмотреть? Ну, да, немного. Потрясающе, да? Да, краем глаза. Но какая картина больше всего понравилась? Ой, много картин было. Ну, некоторые успели. Чистилище Патша. Да, Патша Ангел. А вы часто ходите? Ну, в 11 часто, да. С классом редко вместе собираемся. Ну, а теперь девочки из этого же класса. Такие красавицы, модели вообще. Вы вообще что-то в стиле таком, ближе к Сальвадору Дали, в каком-то таком полуготическом. Это вы, наверное, специально такой сделали макияж? Да. Вот специальный макияж. Молодцы, девочки. Ну, а как вот целое впечатление-то? Вам понравилось выставка? Да. Очень своеобразное в плане того, что не до конца понимаешь смысл этих искусств, да, но в этом и интересно. Да, в этом и интерес. Каждый сам возникает. Может найти себя в этих да, каждый сам выбирает разные точки зрения, подходы. Ну, я думаю, вы как бы в начале такого общения с искусством серьезного, ну, да. И впечатления будут наслаиваться в дальнейшем от посещения других выставок. Придет еще раз, когда-то будет выставка Дали, и я думаю, вы уже по-другому ее воспримете. Вам что больше понравилось? Эскизы. Что? Эскизы больше всего. Эскизы, да? Надо же. Как и выставка, все витает в необычных ракурсах. Вот непонятно, не осело. Все это серьезно так обдумывать, стоять над каждой картиной и переставлять. Да. Но сам художник Дали, это личность, конечно, таких никогда не было, никогда, наверное, таких не будет. И, но вообще очень сильная личность, очень яркая, сильная личность, и зависимость от того, что вот он такой, вот такие у него картины. Да, вот правильно прозвучало слово «любовь». Все дело в том, что у него была прекрасная муза, и благодаря ей он творил. Просто я по себе знаю, что такое быть музой. Она в него верила всегда. И поэтому вот отсюда эта гениальность. На этой выставке почему-то сравнение происходило, когда я смотрела фильм о Дали. Вот я сравнивала его с вином, испанское вино. Вот оно такое же строгое, такое же энергичное, видное, терпкое, вот это немножко с горечью. Вот и Дали, вот такой вот.